Громкий хлопок раздался около 12 часов дня и сотряс буквально весь дом, рассказывают очевидцы. Взрывом на 8-м этаже выбило стекла окон и разрушило бетонную плиту между двумя квартирами. Испугавшиеся соседи тут же вызвали спасателей, но огонь уже успел перекинуться на верхний этаж. Детей схватило, одела как могла и вылетели из дома. Ну, понятно было, что взрыв газа, все тряслось дома. Все, абсолютно все тряслось. Такой грохот был это вообще. По словам соседей, в горевшей квартире жила семья из 4 человек. Мать, 2 дочери и сын. Последний во время происшествия был дома. Как рассказывают очевидцы, пытаясь спастись, мужчина через балкон начал перелезать на этаж вниз. Оперативно подъехавшие пожарные передали его в руки медиков. Остальные жильцы подъезда вышли из дома самостоятельно и стали обзванивать соседей, которые были на работе. В этих квартирах ничего не осталось. У нас я пока не знаю. Внешне не могу сказать. Мебель цела, а все остальное не знаю. То есть никто не дал ничего смотреть. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Помимо сгоревшей квартиры, пострадали несколько соседних. В настоящее время совместно с Министерством строительства Республики Татарстан будут проводиться работы по оценке состояния помещений, как горевшей квартиры, так и прилегающих этажей, для определения возможности нахождения и проживания них людей. По одной из версий, в доме мог произойти взрыв газового баллона. Как рассказывают соседи, несколько дней жители горевшей квартиры проводили ремонт и сильно шумели. Предполагают, что натягивали потолки. Официальная версия пока не подтверждается. Следственный комитет завел уголовное дело. На данный момент проводится осмотр места происшествия, а также обыски в управляющей компании ЖКХ Приволжского района. Расследование уголовного дела продолжается. Пострадавший житель квартиры сейчас находится в реанимации с ожогом дыхательных путей. Врачи оценивают состояние мужчины как крайне тяжелое. Камиля Губайдуллина, Максим Зуйков, телеканал «Эфир».